пока все еще в бардаке. Мне нужно украсть вот этот букетик. В пакет. Надо сделать пакет с жестким дном. Так, скотчик понадобится. Маленький, тоненький. Подложечка. Подложечка здесь вот не пропечатана у меня. Обычно я это пропечатываю на обратной стороне. И вот печать, наверное. Но это маловато будет. Наверное, побольше надо, да? Это надо разбирать. Потому что невозможно. Такой уже в бардаке. Но просто не хватает времени разобрать. Все. Потому что сейчас... А дальше будет хуже, да? Ну, в смысле, хуже. А заказы просто идут, получается. Так, и это у меня будет вверх, да? Надеваю пакет. Пакеты не могу найти, который под букетом. Куда-то тут подевался у меня. Не знаю. Я пошла, и то этот Simulant. Была упаковка в этом пакете. Но мы все применим в дело. Он хороший пакет. Поэтому возьму его. Завернем. Уклеим. Так. Я сначала вылизываю. Так. Тут можно крутить как хочется. Дальше мы убираем букет. Аккуратный лук, так я довольно-таки широкий. Надеюсь, мне высоты хватит. Может, не хватит. Широковато, конечно, смотрится. Все-все. Мне нравится. Наверное, переделаю. Повыше мне нужен пакет. А это тогда что-то другое мне пойдет. Широкий слишком. Ну, поуже, чтобы он там стоял поудобнее. Пойду искать пакеты. Так, вот нашла. Длинный и поуже, по-моему. Не знаю, это новый пакет. Пойдет, он не пойдет. Я никак не закопаю. Стоит у меня не закопованный. Но, в принципе, он такой же. Просто повыше. Ничего не видно, да? Сейчас варим. Сейчас загнуть. Просто загнуть ножки. Так. Скотчем. Тоже большой, это огромный пакет. Это, наверное, я для корзины взяла эти пакеты. А где вот поменьше, я их не могу найти. Одни уже совсем маленькие. Но это для корзинок. Скорее всего, букет корзинок, чтобы помнить. Будет он мотаться там? Так. Тут можно скрутить. В принципе, да? И уставить, да? Либо, ну, чтобы он устойчив был, лучше. Но вот если я его с плотным сделаю, он у меня не очень будет плотно. Поэтому придется не с клапаном делать, а как раз таки на завязках. Так. Ножницы не вижу, которые хорошо режут ткань. Идут выбирать время и приправку. Невозможно. Так, ну, хотя бы это повыше. Вот так надо находить упаковку. Я думала, у меня пойдут букеты в корзине, хорошо продаваться будут, а они не продаются. Мало. Не так, как я рассчитывала, что будет ажиотаж на них. Например, на день учителя, на 1 сентября, но не было ажиотажа никакого. Нет.
больше, наоборот, другое берут в руку. Или в стаканчиках, вот, в коробках, в корзинках как-то не пошло. Ну вот, смотрите, миленько получилось. Все, кстати, все, этот букет. Потому что я думаю, он сегодня уйдет. Он из бюджетной серии, думаю, сегодня уйдет.